Всех с наступающим Новым годом! Всегда старайтесь развиваться, учиться и достигать максимально отличных результатов. Вы на канале «Я все могу, АС». Это рубрика «На пределе», и это уже 7-я часть. Я тут испытываю физические и интеллектуальные способности человека. На пределе, что возможно. Сегодня я решу попробовать научиться писать бит за 24 часа. Я никогда этим не занимался, но это никогда не делал. Сейчас моя цель – набить в гугле топ лучших программ для создания бита и скачать. Все, я нашел эту программу. Я выбрал программу Fail Studio, называется. Сейчас я установлю и продолжим. В общем, сейчас попробуем начать. Ничего не нажимается. Что-то не могу понять. Сейчас попробуем на все кнопки понажимать. Может, что-то выйдет. Вот хотя бы начали какие-то надписи выходить. Сейчас попробуем, может, что-то получится. Попробую в интернете поискать, может, в интернете что-то найду. Может, Google поищу какие-нибудь обучающие статьи, может, какие-нибудь видеоролики посмотрю. В общем, в интернете тоже ничего конкретно толкового нету. Все поискал, не знаю, там только кто уже разбирается в программах, а так с нуля ничего такого не нашел. Зря только время свое потратил. Ладно, сейчас попробую что-нибудь придумать, может. Понажимаю по кнопкам, подумаю, как вообще эта программа устроена. Надеюсь, получится. Вот, ребята, у меня первый бит получился, зацените. Примерно, ну как, программу скачал туда-сюда, наверное, часа три прошло. Вот, ребята, еще часов 6 прошло, еще один бит придумал. Ну, сейчас чуть лучше получается, но пока мне самому больно не нравится. Ну, хотя бы понял, как это все делается, хотя бы понял. В общем, ребята, за 24 часа у меня примерно вышло битов, ну, таких полноценных 5, там, то, что у меня вышло. Ну, это получается с нуля. То, что вышло, то, что вам нравится, не нравится, что я не так делал. Может, какие-нибудь есть хорошие обучающие видеоролики, либо там какие-нибудь аудиостатьи, может, там какие-нибудь сайты какие-нибудь, только дайте ссылочку. Вообще нравится, нет, как я делаю. Также напишите в комментариях, у меня вообще получается, нет, создавать вот биты, создавать музыку. Также напишите, стоит ли мне продолжать учиться
или больше, не стоит лучше спортом заниматься. Ну ладно, ребята, на этом все. Подписывайтесь, ставьте лайки, также делайте больше репостов. Всем пока.